Так, я в поле очутился в GTA. Всем привет, дорогие друзья, вы на игровом канале Железное Сердце. С вами я, короче, купил себе новую, нашел себе новую машинку, мы купили лимузин. Да, и мы его Lester, have you captured a bounty yet? Watch your back, you might be next. Just, you know, some friendly advice. Андрей. Угу. Опа, ты чё? На меня уже, это, Лестер на меня награду назначил за голову. Да, давай. 7000. Давай быстрее приглашай. Так, все, отправил всем. За меня давай. Награда 7 штук. А я, ну, даже принципе, без машины. Ну, в принципе, знаешь, их даже не будет интересовать. Они даже сообщения не читают, знаешь. У Battlefield всегда есть такие баги. А, у людей были еще, типа, жалобы были, люди говорили, типа, около 1000 человек вернули Battlefield 4, типа, назад в магазин у тех, кто не скачивали, а покупали его. Они возвращали назад, типа, не запускается. Некоторые говорят, типа, мы включаем кампанию, темный экран, ну, там звук. Я, кстати, есть. Почему-то я когда начинаю проходить кампанию, к примеру, пройду чуток, и у меня все сохраненные сохранёнки просто. Да не сохраняется, такое тоже говорю. Короче, а у меня, блин, ну, забыла назвать базовую. О, я вертолет себе вызвал, он меня будет защищать. Я думал, он меня заберет. Кружится надо. За 5000 или за 5000? Ага, за 5. Ну вот, все равно. Я ни километр не подъеду. А долго он будет вокруг меня летать, интересно? Да, долго. Ой, ну все, хоть поживу немножко. А то не машина, нифига, в поле нахожусь. На болоте. Сейчас на лимузине к тебе приеду, наверное. Не убьешь меня? Ну, наверное. Слабо у меня написано. Я, кстати, пробовал заехать на велике на гору, мне нифига не получалось. А механикам вызвать велик на гору? Да нельзя. Не хочет. Механик не вызывает, нужно самому забирать. Ленивый. Мы, кажется, с Артемом вот что пришли. Нет, механик вообще даже на ровное место не может туда. У меня, главное, есть машина с задницы. Ну, короче, увидишь сейчас. Я, Кап. Короче, ну, типа того. Я, короче, Артем запрыгивает туда, я вас довожу на, завожу на гору. Да, 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 кстати, это тачка можно. И... замутить. Пускай, вот только я не понял, нужно всем съехать или кому-то одному? Ну давайте в 7, чтобы. Ну давай в 7, ну. А, только я на машине, черт. Красивее. Ну придется с кем-то с два раза скататься. Да нет! Опа, я думал, ну просто. Да не-не-не, вот все втроем просто спустимся. Ну только смотрите, как я вызову свой велик, и у меня подпадет машина, если я заберу велик. Мафака, может, еще зайдет. Я им тоже приглашение кину, тоже играет. Ты елки. Смотри, что к тебе никто не подъехал, я еду. Где мой вертолет? Он улетел. Ура, я еду. Мой вертолет, 5 штук. А ты мог просто водилу. Ты по кому-нибудь стрелял? Нет. Mm-hmm. А позволил стрелять? Нет, ну если ты будешь стрелять, можешь обмыть. Вертолет, стой, собака. Как я сделаю? Я приеду за тобой, заберу тебя, увезу в укромное место, убью. Нет, ты меня застрелишь, я знаю. За меня, мою голову 7 штук награда. Так, слушай, я... Кстати, к тебе на вертолете летят, готовься. Я не успею, короче, набрать 7 тысяч. Давайте, давайте пойдем на сервер, там где... А мы где? Там где другие игроки. Ну так и есть. Не-не-не, не там. Так, а мы как сейчас играем? У нас тут раз, два, три... В рандомной игре мы сейчас. Ну так нормально, вот почему я думаю? Ну вот, потом пойдем мстить. Да, еще мстить, знаете. Втроем или четвером. На одном. Мне эта машина нравится, особенно по горам ехать. И таран хороший. Не, поворот этот качество. Ой-ой-ой, если мне еще и прокачать на полную, то я вообще буду царь горы. Я еще поживу, может быть. Ну смотри, где-то на вертолете ехали, еще второй набегает. А я в горе застрял. В горе застрял. А я под мост пошел. Ну, пошли тут там. Блин, низко летает.
Я под водой. Подводная лодка. Блин, ай-яй-яй, мама. Убили. Все. Ну, я застрял. Я застрял под водой. Миллениум СТ получил 7 штук за мою голову. Все, миллениум нарвался. Я еду, все равно. Я все равно еду. Вот были бы вот типа в онлайне тоже типа сюда спасли. Так, он смылся, походу. Тогда я бы был оборвал. Он тоже погиб вместе с тобой. Да он сел прямо на меня вертолетом, и вертолет взорвал, короче, все взорвал. Ох ты, нифига у меня герла. Мне даже дать приз герла. Почему вы мне не дали? Гадно. Ох ты, ёлка, какое тут течение сильно оказывается. Ой, блин! Ой, фу, хорошо, что эта машина на больших колесах. Меня она просто спасло. Эта машина. Ловец, ёлки. Колесах. Интересно, машина я проеду. На колесах. Если я проеду, я не утону. О, прикольно, я могу по ручейку кататься. А, накаркал. Так, это ты снизу справа, да? Значит, да, вот этот... ну меня в дверь бьет машина. Спасите. Так, я отомстил. Спасите за себя. Меня. Только мне денег, конечно. Как я двери закрыл? Так, пойдем вниз, ты где-то. Я уже наверху. Ну, на дороге. Контакты. Ты увидишь такого лысого хитмана. Да, готов. Да опять этот чувак. Я его сейчас затерроризирую, короче. У него вообще ни копейки не падает с него. Какой-то нищий был. Все в банке, значит. Синий, с банка должно тоже все падать. Значит, все потратят так же, как я. Так, у меня одна звезда. Блин, механик какой-то ленивый стал. Раньше довозил, теперь не довозит. Я его за это пристрелю. Где ты? Механик. Он, наверное, уже убежал. Самый задниц. Ровно приводит, машина... Ну, знаешь, он еще ударить может, если что-то типа, за ним бегать. Машина есть, его нет. Как так? Он уже убежал. Он-то знал, что ты его убьешь. Я бы его увидел, куда он убежал. Тут пустыня. А я не могу по 6 подключить. Так, полиция едет. Это все из-за этого миллениума лысого. Не разыскивают. Но если то только должен быть я больше похож на Хитмана. Да он какой-то вообще в шортах, он на Хитмана не похож абсолютно. Зато я похож. Вроде бы. Так, где? Где ты? Так, я в полях. Вижу. Ух, какая у тебя большая машина. Оля. Пригласите меня, но по-моему. Смотри, вот мой Хитман. В очках только. Ну пофигу. Все, я ушел от полиции. Ну, а похож немножко. Так, погоди, не едь. И музыка в тему вошла из этого. Фирмы с ролика играть. GTA. Пригласите меня кто-нибудь. Все. Куда? Из GTA. Так я ж тебя приглашал уже. Что написано, типа, не удалось пригласить. Все, типа, я тоже. Подключиться. Команда. Ту и Мэск, да? Ту Мэн Мэск, или как там называется. Так, ты вышел, говоришь, пригласить тебя опять. Я его пригласил. Да. Ну, может быть, у вас там переполнено что-нибудь. Да, конечно. О, кто в микрофон говорит? Братья. А вот это жестко, а вот это в микрофон отдавать, вот это уже реально. Знаешь, что мне нравится? Нет, тут много места у нас, блин. Мне вот это вот нравится, маска. Она дорогая? Не помню. Поехали посмотрим. Маски, где мне всегда говорить, дорогие. Да, я, кстати. Ну, а я буду сзади ехать. Проветривать пальцы. Ну, а только разбей мне, если я тебя воду скину. Ладно. Ты его сам разбил, да? Ну, ладно, все же, посмотрим. Блин, не в ту сторону показываю, ну надо ж так, а. Ты поставь немец, куда ехать. А куда нам ехать? Опа, за нами выехали. За нами выехали.
пальчик. Да, там... Теперь я к вам еду. Большой босс по мере. Будешь нас на лимузине катать. Да. Я учу... Блин, моя хорошая... Смотри, как мы прикольно едем. Угу, большая машинка. Давай, догоняй этого красного, сможем? Чё у вас там? Да ветер просто... У вас там ветер мочутся? А он сюда получил. И чё, где прыжок был? Я не понял. Не, ну прыжок чуть-чуть был. Ух, ни хрена себе. Как жестоко. Просто сбил. Вот я сейчас буду на своем велике. А я вот такого себе искал, тут же тазик хотел за гараж оставить, зачем давать. Я так долго его искал, не нашел. Я сегодня свою плей, не знаю, 10 тысяч дал Диме. Он купил лимузин и потопили. Да. Это мы поможем вызывать тебя за $10. Ну а его ж можно, если купил, значит он навсегда у тебя. Я еду к вам на своем велике. О, за кого? 9 штук награды. Да, поедем. Быстрее убьет, чем мы до него доедем. Давай, он тебе такую хуже машину, Андрей. Давайте я его убью, я на велике. Вот, он рядом. Тут по прямой-то 3,5 километра. Ну, выгоните, вы не можете вместе говорить. Вы не поймете, что ты говоришь. Ты что делаете, машина чем вместе? Да, мы ищем Андрея машину. Давай, давай, давай. Ты здесь, что ли, нашел на этот раз? Надеюсь, он поедет на меня. Да, он едет на меня, друзья, он едет на меня. Где мой миг? Пойдем красного, блин. Что, Андрей? Красного убьем. Я посмотрю, где он. Так вот рядом. Я его ранил, давайте. Давай, мочи. Мочи его. Я не смог, друзья. Там еще суетятся. Да все его убьют сейчас. Все. Как это получилось? Что-то здесь поймал, да, этот Бигфута? Бигфут. Опа, еще один. Дима, подожди. Стой. Стой, я перепрыгну сейчас. А где ты? Я не знаю, я на велике. Давай, садись. Где там вы? Там просто пропускную точку. Мы пошли на чейду, бери свою крутую огромную тачку здесь. Так взял уже. Мы как раз таки почти там. А где гора? Даже боже. Вы что уже почти? А где велики-то? У меня есть. О, навстречу нам едет. Могу вам еще две найти. Пускай и Артем только съедет, а мы за ним так пигели к той машинке. А еще раз давите меня там. Еду. Или ты дашь велик этому. Ай, чувак, я хотел поздравить. Не, велик нужен еще. Я тебе дам. Ну, купите. Сказали именно, что съехали с горы Челят на велик. Не сказали, кто именно. Вот мы решаем, типа, кто съедет. Да надо всем съезжать. Ну, я не съеду. Боишься? Нет. Так, давай магазин грабанем по пути. Да ну давай до него доедем, мы просто рядом. Ух, за кого? В своем репертуаре. Я в магазин вышел уже. Дима, скажите, хоть чтобы я велик поставил в багажник. Он на ходу, Андрей привык ходить на ходу. Ходи на ходу, это его, знаешь... Да, его коронная фишка. Да, коронная фишка. Так, праздники там, заныкался, да, в магазине получается. Суточно. Какие в магазине? Выдели бы моего чувака. Как он меня убил? Гам. Ух ты, елки, как-то я неудачно вышел. Опять. Тоже. Вот и не знаю. Куда ехать? Ой-ой, на копов я не хочу нацеливаться. А, нацелился, убили сразу. Как меня это бесит. Вот у копов тут то, точно... То, что на копах нацелились, они тебя убили сразу? Да. Просто, знаешь, начал на них пушку. Просто начал. Ну и что? Ты представь себе в реале, ты коп, на тебя кто-то наводит пушку, ты что делаешь-то? Ну подумаешь, это может пушка на этой... Игрушка, ага. Ничего такого. Ай-яй-яй. Ничего тут за место такое. Нифига тут авария, это все из окопов. Все из окопов. Если на тебя наведут пушку, ты танком убьешь, я не знаю. Кстати, давайте, если хотите... Я вот подумал, я сделаю, короче, перестрелку и заныкаю танчик. А нельзя, я думаю. Можно.
Ну давайте езжайте, берите меня, хоть велик меня в багаж и все. Черт со мной. Подожди, там машину нужно забрать. Я могу какую-то машину найти добраться, но с багажом не могу идти. Сейчас мы тогда в аэропорт скачем. Ух ты, елки. Столбик такой неприметный. А что там за фургон стоит какой-то в поле? Короче, я знаете где? Я там не знаю где, но... Где фургон? Ну там... Я у метро. Ну да, вот тут дерево стоит. Где ты в столбик резался? Дима, я у метро, короче. Вот, первый дали видео. Ой, вертолет уже пошел. Зашибись. Ну и где вы? У нас... Ты идите хоть ко мне! Идите, вертолет, идите ко мне. Да мы сейчас за машиной еще сначала. Что-то у меня не стреляет. Я стеснялся. О! Я могу, если что, оставить велик, приехать на машине. Там двери нету, прикольно. За 2 секунды. Да а я мог все за 2 секунды взлететь и погибнуть. Все, я еду. Давай, к вам. Давай, полетели. На... Я еду к вам на велике. А мы на самолете. Видите ко мне? Ну мы на Титане. Ну хоть давайте в аэропорт летите, чтобы я там... Мы едем, полетим за машиной, будем куда то путь. А, у тебя же процедуры нет. Значит, будем приземляться мягко. А, все, понял. Ничего не понял. Ты, кстати, еще прокачаешь один уровень, Андрей, и у тебя будет автоматический парашют. Всего-то. Подлетим под мостом. Давай. Сейчас еще ударится, да. Только где он? Мост? Разобрали уже, что ли, цыгане опять? Дима, ну дайте мне какую-то такую машину. Ага. Боже, вот лечу и даю. Сейчас только. Где это я? Куда? Куда вы летите? Мы за моей машиной. А где адрес? Где старый гараж? Где твой дом, да? Нет, где твой старый гараж был? Где мой старый гараж, да? На самом деле я не знаю, где. Блин, надо микрофон повыключать. Жалко, что не можешь взять этого. Нужно повыключать за их. Ну и морда, блин. С такой мордой штурвал, который держит, не хочу. Ты слышишь, Андрей? Нежный бежит, да? Да попробуй, я на Луну можно ли? Мертвую петлю. Да, парашюта нету, надо же. Ладно. А зачем так высоко? Сейчас кислородное голодание. Потому что она не разворачивается. О, блин, она не разворачивается. Она не разворачивается. Скорость. Да она не разворачивается. Она меня пишет. Блин, у меня двигатель заглох. А я не могу управлять. А, низкая скорость была. Это приземляться сейчас будешь? Под мостом? Вот видишь впереди мост? Ну, один мы пролетели даже. Под знаками можно пролететь. Пролети, не пролетел. Нет, не слишком большие. Опа, я стол сбил. Да, теперь уже не пролетел. Вон, под большим мостом, который. Я еду перед, под... через речку. Не, у маленький. Почему нормально? Там хотя бы можно в воду спрыгнуть. А, там воды нет. Побудь персонаж был, но спит. Там что выпили. Я подумал. Все, посадимся на посадку. Мы садимся на посадку, прилуняемся, да? Готовься прыгать. У него нету парашюта. Еще раз я могу. Опа! Я выпрыгаю, выпрыгнул вроде, не? Прикольно, выпрыгнул. А, выпрыгнул, да. Вышел по трапу. Самолет. Мы приприковали. Так, оружие убрать лучше. Оружие убери, ты чё? Сейчас же поезд поедет, и будет взрыв. Пум-пум-пум-пум. Я посмотрю, какой будет взрыв. Где поезд? Не знаю. А повыше залезть. Оба! Смотри, что у меня есть. Чего показываем? Паркур. О, бита. Вот если вы меня найдете, респект вам. Я тебя сейчас по карте вижу. Вы где-то есть. Ну ты не сможешь найти меня. Я под землей, короче, глубоко. Бей, убей, бей.
Какого бить? Да я это. О, погоди, смотри прикол, смотри прикол. Не убивай его! Он мой! Бейсболист. Ой. Денежка, о, денежка. Ну, смотри, как прилег. Че, у меня уши большие, наверное, да? Будешь обзываться. Так. Че, полезли наверх опять? Да блин! Корявая бита. Опа. Ты свидетель. Сюда. На. Это так прикольно. Сейчас еще полиция приедет, а мы так и не досмотрели на взрыв. Поезда не дождались. Да, они пока залезут, я там уже всех расстреляю. Ты, кстати, нажимай на крестик, чтобы быстрее возрождаться. Полиция едет. За тобой уже? Слышно? Да, сирена. Да. У меня сейчас только просто налагало. Да. Как это до первый раз залезть, а второй раз не могу. А вот я понял. Блин, он в туннель поехал. Блин, это надо ждать, пока он обратно поедет. Скорая пришла. Да я тут. Чуваки, я нам нашел как раз три такие машины. Они прям тут припакованы, ждут нас. Давайте идите сюда, срочно, быстрее, ну офигеть. Сейчас, Андрей. Да-да. Смотри на меня внимательно. Раз. Смотри. Просто красотки. Снимай. О, да. Вот ты это снимаешь? Снимаю, да, смотри. И смотри. Блин, да что ты? Где ты? Ну где всё, ты? Я оставляю. Смотри мне в глаза. Смотри быстрее мне в глаза. Смотри. Давай быстрее, смотри. Это что было? За что? Здесь зачем? Привился. Зачем? Ты бросил меня одного в этом жестоком мире. Вставали. Ты 500 баксов потратил, да? Нет. Я знаю. Я укрыл у чуваков крутую машину, да что? Андрей, выгляни-ка в другую сторону эти со снайперки. Разок. Зачем? Не надо. Три звезды? Да, у меня три аж. А мне копы сбили. Меня вот главное, когда меня копы сбивают, им звезды не дают, а когда я их сбиваю, мне звезды дают. Что ты вышел? А где вы такие смелые, а вообще, блядь? О боже мой! Андрей. Да-да. Ты что, ты вышел? Я не вышел, я тут с полицией дрался. Ты вышел? Ой, вы погибли. Что, меня в другую сессию кинуло, хотел сказать? Да. Тебя вообще выкинуло из этой сессии. Интересно. Вот как я поставил метку на вас, вот как я еду уже к вам. Да, и... все вышли, мне написало. Во, прикол. О. Короче, я один, что ли, остался тут. Плохо себя вел. По крайней мере, я к вам в сессию присоединяюсь. Сейчас посмотрим. Там сейчас, есть. Может, к мафаке, конечно, попаду. А тут это двойное, как бы, это. Два места. Погнали за машиной моей, Артём, покажет. Где твоя машина? Поставь метку. А вон, к нам присоединился. Да, к вам присоединился. Да, вперед, есть против. Сейчас развернись, есть вперед. Да не туда. На 360 развернись. Стой. Да ты ёлки, ты чё? Куда? Поворачивай. По рельсам едь. Если чё, я говорю, по рельсам едь вот этим. Так мне велик нужен? Или дадите? Какой режим Андрея? Блин, я погиб. Зачем ты выпрыгнул? Какой толк, если мог сказать, Артём, останови, я вас. О, блондиночка покатает. Я хотел сделать режим Андрея. Круто. Режим Андрея только срабатывает на Андрея. Вот когда он делает, он не умирает. Когда ты делаешь, ты умрёшь обязательно. Я хочу приземлиться на поезд. Убьёт он меня? Вот почему называется режим Андрея. Ну, в этом же режим Дим. Ну, если бы был режим Димы, тут бы все сейчас уже бы валяли. Дай-ка я сяду к тебе, вот это что-то такая странная машина. О, а что она заорала? Это не наша заорала? Твоя заорала? Не знаю. А, да, моя. Фаус, блин. Так, а где? Не знаю. Антидот? Антидот пошел за бибикой. Зеленый, белый. Зелено-белый. Так где? Потом это за моим великом, потом за моим великом. О, а что мне дали награду за мелодию? О, поезд. А где этот... Самолет в той стороне? Сейчас он держится. Я вперед. Я вот сейчас он там где-то держится. Он в туннель поедет.
Он в туннель поехал. Куда он поехал? Где поезд? Я не... В туннеле, да. Фу! Я его сам протаранил. Да ты... Буф! Смотри быстрее! Фу! Андрей. Да-да. У тебя нет. Прям это что-то прям... Фоткай. Ты танцуешь. Интересно. Надо вот это так сфоткать, вот надо парковаться. А ты за рулем сидишь? Да. Все, я скатился. Ух ты, елки, я пока фотоаппарат прогружался. Кстати, Андрей, сейчас мы с тобой будем делать сальто. Готов? Давай. Сейчас я мотоцикл вызову. А, нужно подальше от машины отъехать. Опа, Артема выбросило. Да что-то какая-то сессия какая-то корявая немножко. Так, я тебя не вижу. Да я отбежал от машины, мне нужно отъехать. Так. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, так, а можешь не на великах, а на мотоциклах съехать с горы? Так, в принципе. Фиг знает. На мотоцикле я свою могу спокойно заехать. Если что, он стоит... Да знаешь, что прикол, как велики висят? В гараже. На стене? Да. Главное, если ты уничтожишь велик, ты, тебе надо будет заново покупать. Разбил. Что ты? Сбежал, а? Гад такой. Так, где он? Вот, вроде вот это мотоцикл. Не нравятся мне такие машинки. Не нравится? Не. Видишь, я ее бью. Стой! Вы слишком близко к транспортному средству. На. Поехали подальше. Матюкаются. Сплошные факи у них. Блин, на заднем сиденье нельзя музыка рулить. Правдоподобно. А я бы тебе бы музыку выключил. А я не могу ничего сделать. Если я включу музыку, то только свою. А, во. Я проехал. Соня, не выходи из машины. Слышь? Ну, сижу. Посмотри в окошко. Улыбнуться? На. Ладно, выходи, мой мотоцикл приехал. Только... Далековато. Помнишь, нам говорили начать серию с этого, в спортзале? Ну, сходи в спортзал, да, олимпийский год, нам надо сходить, конечно, вот. Обязательно. Спортзал. Вот у нас спорт, мотоцикл. Если мы сделаем сальто, это считается даже за спорт? Ну, в спортзал сходим, наверное. Правда, ни разу там не был. Даже не знаю, где они находятся. Я тоже. А он, наверное, думаю, что это вот, где... Армрестлинг? Нет. Ну, тоже спорт нет. Почти. Ну, в армрестлинг. Ты, по-моему, мимо трамплина проехал. Нет. Опа! Видел? Видел. Опа. Давай еще. Что-то камеры не меняют. О, меняются. Всего две камеры. Не прикол, смотри, как его припарковал, главное. Вот там поезд. Давай, полет. О, ништяк. Даже маска эта не поморщилась от ветра. Ой, блин. Так, ну-ка давай, теперь я тебе в класс покажу. А, я не могу сесть почему-то. О, сел. Садись. А теперь поехали до наших... Да что? Да. Даже разогнаться не успел. Поехали до дома, возьмем велики, поедем на пляж. И... Так, мне велик еще купить надо, сейчас я зайду на сайт. Я пока сальтух пока включу. Что, Артем слился? Непонятно почему. Не предупредил. Не знаю, уничтожил оба. Автомобили.
Он там просто в мотоциклах. Как бы в великах отдельно. Ага, есть такой. Я какой? У меня самый первый, BMX. Ну, у меня первый и последний за 10 лет. Или сколько-то еще за 10 тысяч. Ну, по 800 баксов они есть, как бы. У меня еще за 10 тысяч. Я тоже, в принципе, могу себе за 10. Я желтенький куплю за 2 штуки. Серединку, так сказать. Надо. Прикольно вышло. Ну, она он вроде... Или это я? О, да. Это ты вышел. Или я вышел. Ты вышел. Мне написал, что ты вышел. У кого-то оставляет, кого-то кикает, видать. Я тебя задавлю сейчас. Куда бежишь? Как-то несерьезно сегодня. С коннектом. Ну да, с еще. Погоди. Теперь ты рядом со мной. Погоди, еще проверим, ты это или не ты. Ты сейчас что делаешь? Ну, в этом сидел. Велики смотрел. Ну-ка, получишь в ногу пулю. Ну, выйди со столба. Да, я вижу тебя. Смотри, это кто? Опа, это... Это опять ты, что ли? Ты что, раздвоился, что ли? Где? Похоже на тебя чувак выскочил со двора. Мы... У нас, короче, началась разборка против черных. Они тоже в масках, да? Они? Нет. Я? Мы? Я мы? Я не вижу никого. Красненького. Они, наверное, с тобой чисто разборку у них. Ну, смотри, какая разборка у них хуже. Сколько наложил тут. Они хотели, наверное, заборчик описать. И ты им отомстил. Вернись! Так. Ну все, никого. У тебя сколько звездочек? Одна. Кстати, ты игрался? За черных много не даю, да? Игрался на Андреас? Ня. Блин. Хотя бы смотрел. Ня. Ну чуть-чуть смотрел. Знаешь Groove Street? Угу. Мы на нем. Ну и ладно. Франклин же, по-моему, на этой улице, да, живет? Или его банда, который, против которой не фиолетовый? Против вроде живет. Он зеленый, а не фиолетовый. Удар меня дубинкой, если у тебя есть. У меня нету. Ну, когда с меня выпадет, убей меня. Главное, чтобы по-быстрому. Полицию боишься? Да. О, полиция пришла. Не, я лучше полицию поубиваю, честно говоря. А? Я выбрал дробовик. Ничего с тебя не выпало. Зря тебя убивал. А за меня 3 звезды дали. Ну вот ништяк. Сейчас будет. И полиция пришла. Вертолет пришел. Ну, зашибись. Ладно, сейчас я за тобой приеду, подожди. А, у меня полиция под... на транспорт. Это, скорого. Андрей, давай, подходи. Все, мне плохо. С дубинки раз. Ты в глаз. Друг друга неинтересно бить. Не надо друг друга бить. Это не спортивно. Знаешь, что будет спортивно? Бегать от копов. Да, спортивно, да. Оп! Выгодно! На! Бежишь за мной. У меня тоже 3 звезды. Паркур по дворам, угу. По домам, там. Ай-яй-яй, больно. Стой. Ты не перезаряжаешь. Ну, я добавил тех двоих, которые... Ах ты, елки, блин, как некрасиво. Выдох, вся. Совсем некрасиво. Почему не спортивно? Я спортивно еще буду с дубинкой хлопасить. Это будет спортивно. Я что-то не понимал. Я сейчас поеду в магазин, куплю РПГ, если оно у меня открыто. И пипец будет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Только эта желтая машинка помятая. Да. Те. Не знаю, нича. А вот этого, наверное, чувака. Все, его задавлю. Вот, или он выходит. Он вышел, наверное. Так, а почему? О.
Денежка дали. Артема носите. Кстати, Мафака сейчас в гонках участвует. Надо его пригласить. Так, ты слева появился? Угу. Нет. Нет, это не ты. Я сзади, я сзади. Я сзади. Чувака задави. Ага, я иду сзади. Блин. Видите, где он? Я со снайперки вычислил. How are you? What are you doing? Выходи. Я тебя вижу почти. Только ногу твою. Он уехал. Я так не играю. Засал. Здорово. Давай пятюню. Здорово, нет. О, полиция, смотри, какая электро... Это не полиция. Я думал, это вот, который приезжает на броневичках. Бери, 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 бери. Не успел. Давай его догоним. Такой, успел? Да. Вот на этот, если прокачать, можно будет на него это, садиться. Да, красивая машинка. Зажми, я вот тебе такой вот если прокачивал. Я его где-то потерял. Давай тебе его отдадим. Ну давай тогда к подъезду гони, как говорится. О, оставь его на рельсах. Я пойду погуляю, посмотрю. Ай, успею, не успею. Да ё-моё! Ай-яй-яй! Подбили? Да, меня поезд задавил. Не успел я запрыгнуть. Я рано прыгнул, квадратик нажал рано. А я не понял, чё мы мотоцикл валяет? Где? Парковки. Уронил тут, наверное. Ой, я такую же машину подобрал. Ну, у меня место в гараже, ты можешь ещё что-нибудь продам. О, машина. Ну такая же, чё? И за мной полиция не гоняется. Опа, чем-то. Я, видимо, стреляю. Я, короче, знаю, что я делаю. Я делаю вот так. А я буду понять. Так, где ты там? Чё ты делаешь? Опять застрелишься? Полиция, привет! Блин, знаешь, за прицеливание. Не понял. Ты меня пришил. Мне дали тысячу за тебя. Чё-то ты немножко не то сделал. Да автоприцеливание, ты подъехал просто. Сейчас я отключу автоприцеливание. Да ладно, не отключу. Просто смотри перед тем, как курок нажимать. Посмотри, сейчас, я тебе скажу, где она. А я знаю, где. Как бы вот, атака при друзей, только на друзей она будет пользоваться. На друзей она не будет пользоваться. А, кстати, я себе новую машинку еще взял. Вот эту. Я ее прокачал, короче, ну сейчас подъеду. Опа, все зашел. А где ты деньги брал? Я проходил миссии. Я прошел две миссии, мне дали 39 тысяч. Ну это ж мало. Вот это у нас, короче, машинка стоит за рулем. Ну поехали, мотоцикл заберем. Поехали. Что-то никто уже не играет, походу. Все либо спать ушли. Ну, не все. Который не играет. Правда лежит, да, называется? Ты машину-то возьми, поставишься в гараж, чтобы не оставить. А, ну да. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Лорд Гуд на игровом канале Железное Сердце. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии под видео. До новых встреч.